порядку, становись. Разложить все в жизни по полочкам бывает непросто, но мы попробуем. Для начала организуем пространство. Сделать любой шкаф, стеллаж или гардеробную эргономичной помогут специальные выдвижные и потайные конструкции. Планировать их желательно еще на стадии проекта будущей мебели. Так можно не только обеспечить порядок среди вещей, но и по максимуму рационально использовать место. Кроме одежды, неплохо было бы упорядочить косметику. В отличие от составляющих шкафа, органайзеры для обитателей туалетного столика можно приобрести в любой момент. Раздвижные ящики помогут хранить карандаши, тональные средства, помады и блески в порядке отдельно друг от друга. И все всегда будет под рукой. Особого внимания достойны кисти для макияжа. Чехол для кистей удобнее, чем хранение кистей в тубусе или в открытых стаканчиках, потому что в чехле на кисти не скапливается пыль. Они лежат там красивые, аккуратные, закрытые дополнительным слоем. Чехол аккуратно складывается. И храним мы, конечно же, там всегда чистые кисти. Если кисточки грязные, желательно чехол уже не марать. Сезон путешествий будет незаменимым дорожный органайзер для косметики. Он укомплектован множеством специальных чехлов, благодаря которым косметика не находится в свободном полете. Кроме средств, туда вполне войдут и обычные вещи, так что чемодан-органайзер станет надежным спутником в отпуске. Это многофункциональная сумка, которая подходит не только для визажистов и профессионального использования, но и для обычных путешествий. Уникальна она тем, что у нее есть не только множество удобных карманов, а у нее металлический корпус, который выдерживает до 100 кг, а также у нее двойные колеса, которые позволяют легко перемещать сумку по ступенькам, как поднимать, так и спускать ее. Разложив по кармашкам и полочкам свои вещи, неплохо бы навести порядок и в делах. Бумажные ежедневники оставим людям с хорошей памятью и обилием свободного места в сумке. Всем остальным подойдут приложения-органайзеры. Их исключительное удобство в том, что они находятся в телефоне, который, как правило, под рукой. Самые распространенные из них это Todoist, это приложение Evernote, те, которые используются в качестве органайзеров. Но я бы сказал, что самыми мощными и сильными приложениями является, конечно, связка Google Календарь плюс Google Keep. Эти сервисы хороши еще и тем, что подходят для любой платформы, а также их можно синхронизировать с рабочим или домашним компьютером. И что самое главное, они все связаны, они обладают мощной инфраструктурой. Допустим, если вы заказываете авиабилет, покупаете его также через интернет, у вас в большинстве сейчас заказчиков билетов, да, автоматически в вашем Google календаре создается время, когда вы полетите, когда вам нужно быть в аэропорту. Забыть или пропустить что-то с таким помощником не удастся, ведь вы как будто завели себе личного секретаря.